Куда мы? Где наш Переславль Залесский? Что за чаще? Маша, куда ты нас завела? Вон наш экскурсовод, спрашивайте у него. Симпатичный провинциальный городок. Всем привет! Мы приехали в Переславль-Залесский всего на 2 дня. Видео не будет подробного гайда по знаковым местам этого провинциального города, но вы увидите много интересных локаций. Зашли в какую-то чащу. А вот и катамараны, на 4, кстати, вот. Давайте прыгайте. Ой, надо наклоняться. То есть, Луи, если сейчас прыгнем, будет по колено? Нет. Давайте проверим. Здесь 70? Здесь? Да. То есть, по пояс? Ну да, она вот... Несимметрично как-то. Да, да, немножко повидно. Она все красиво, в том году упала. Сейчас это красиво. Ну ладно, другая фото. Нет. Нет, все такие. Что, плохо? Пальцем закрыла. Красиво, Юль, ну пальцем. Как можно было закрыть? Что, не одно? Здесь лучше сидеть. Да, Венеция по-переславски. Ага, с листком в зубах. О, вот так, да, Надь, поделай так. Не знаю, зачем. Мы на таких катамаранах, в Абхазии. Мы причаливаем. Мы приплыли. Дима, что ты заказала? Уху. Это красная рыба? На мою фотографирую, у меня вот такое красивое. Карбонара. Карбонара. А салат лысый Витя. Витя лысый. Стейк в моем стиле. Я не скажу, все, я же не люблю. Так, давайте, девочки, давайте. Ну, за путешествие. Наши апартаменты. Комната номер 2. Мы приехали на ботик Петра Великого. Здесь есть ресторан, выход к пляжу, музей граммофонов. Вот сувенирная лавка. А вот просто мы приехали без 25, нас уже не пустили, касса закрыта. Какой-то фотоальбом, и она оформила эти фотографии на сканированных вот этих вот там билетах, ну, посещения. Она вот их так, эту обложку сделала, фоном. И скомпоновала фотографии именно с этой поездки. Здесь вот эти вот билетики входные, там, на экскурсию, на что-то, ну, и фоном. Там что-то покупала, билеты туда, билеты сюда, фотографии. И она говорит, у меня альбом, я вот так открываю, и прям целая история, представляете? Как-то свернуть посмело. У нас сейчас Юля опять потеряется. Куда она делась? Справа коллекционный дендрарий. Тут вот где-то коллекции. Да, вот перед прудом здесь коллекции. Вот там, наверное, что-то стоят. Там какие-то картины. Вот где-то там какие-то коллекции, да.
коллекции чего? Ну никто же теперь знает. Растений каких-то. Ярко и здорово. Так, лес леса. Что тут такого? Дендрарий прям назвали. Как будто какие-то экзотические растения. Сосна Веймутова. Это тебе не экзотика? 100% экзотика. Ареал Северная Америка. Понятно? А птички как поют, слышите? Да. Такие листья большие у ореха. Орешник обычно маленький. Я первый, вот, смотрю на него и удивляюсь. Как будто гигантеллос, да? Голубая ель, смотрите, какая классная. Нет, вообще не красивая. Она не красивая, она пропадает, наверное, засыпает. Давай ты нас вот так сфотографируй. Вот четвером сфотографируемся. Катя, ты нарушаешь правила. А что? Нельзя. Написано где-то было? Я знаю. А, это не правила во всем зоопарке. О, классная ромашка. А вы говорите, смотрите, какая тут экспозиция. Еще один японский фонарь. Это был мост Яцухаси. Куда солнце-то проникает? Вот оно, вот отражается. О, здесь как прикольно. Такая, и дождь не намочит, да? Угу. Крыша есть. Все, такая сушилка без электричества. О, это огородничество, пасека. Пасека не работает, все врут. Календари. Тархун. Вот, набери. Чай сделаем. В нашем возрасте только по аптекарским огородам и ходить. Памятник архитектуры. Девочки, памятник архитектуры, поэтому навряд ли тут службы идут. Конечно. Александр Невский здесь родился, в тюрьмах каких-то. 30 мая 1220. Пока приезжает только медовуху. Сидор. Юлю ждем, не дождемся. Никак. Кафе Монпансье. Прикольно. Вкусно. Сладкий лимонадик, медовуха. Что-то мы сегодня по брускетам. Вкусные, да, брускеты. Ой, я сейчас, да, везде растет. Да, у нас тут пельмешки. Ой, класс. А ты смотрела этот «Эмили в Париже»? Кстати, да, рекомендую. Я же вообще сериал не смотрю. Рекомендует Эмили? Ой, ты что, это такой классный, да, такой вот. Легкий. Там сколько, две, наверное, да, или три части. Вот сейчас я жду следующую. А, нет, я жду третью. Две части вышло. Ну, я посмотрю. Слушай, тогда. Они очень классные. Да, посмотрю. Там, кстати, художник по костюмам тот же, кто и «Секс, секс в большом городе», да. А у меня почему-то оно разрушено. Вот, это твой телефон виноват, что там какая-то полоска появилась. Они мой парень.
А здесь кто? Заброшенный? На второй день нашего путешествия мы решили посмотреть карту города. Это тебе монокль, стереоскоп какой-то, да? Вот ты как раз на него смотришь, он вот там за деревьями. А, за деревьями, это подвижение в туже, это эпоха. Так, дайте я посмотрю. Класс. Не, очень красиво. Так это 12 век? А так она в первозданном виде вот так вот и была. Подожди, а это роспись каков? 13 век. Вот такая она была, да? Я вчера их снимала, да. Красивые. Маша, а что за гора? Зачем мы на нее идем? Маша, что ты разошлась сама с собой, что-то там бурчит. Бегом, бегом, бегом. Озеро Плещеево, люди отдыхают, кемпинг. Плещеево озеро самое мелководное, наверное, озеро. Говорят, его можно пройти вброд. Отошла настолько от берега. И здесь все еще по колено. Пляж, озеро. И вон Александрова гора, куда мы поднимались. Экологическая тропа в гостях у Серой Цабли. Да что там за интерактив? Года, вот, что они делают. Давайте найдем, да? Июнь. Июнь, давай, Юля. Середина июня у нас. Май. Вылупляются птенцы. А нету. В середине мая вылупляются птенцы, пора кормить потомство. Так, а здесь уже птенцы вылетают из гнезда. Здесь? Тут половина здесь. Отодрали. Карастель. Цапля нам указывает дорогу. Не видели мы, вы видели цаплю? Точка озера 25 метров. Какие купола! Они тут вообще синие, зеленые, такие красивые. Девочки, это прям вообще, да, красивенный, такой белый, белоснежный. Смотрите, какие фрески старые.
Никитском монастырю, оказывается, тысячи лет. Основан в 1010 году князем Борисом. Интересно, можно пройтись по этой стене? По-моему, нет. Часовня. Белые пионы вообще сказочные. Никитский монастырь – последний пункт нашего путешествия. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь.